Да. Телезрители будут жаловаться, что опять Фидос матерится. Быстрее меня, только мы... Запишешь? Да, уже записываю. Можешь посылать их. Ты же это хотел, да? Добро пожаловать в вечерний телешоу fidosmat.ru. Не, надо, знаешь как? fidosbezmata.ru. Не, fidosmata.нет, во. Дорогие друзья, я вас убедительно прошу, не огорчайтесь на меня. Тем более, что он пьяный. Я буду посылать их на хутор. Самое интересное, я не заходил в РК долго-долго, мне пишут, ну сыграй, говорит, в пати, сыграй, говорит, в пати. Я говорю, ёпта, расспросите. Лишь тебя нашел даже. Специально искал, кого же взять в пати. Такой, наверное, они любят Фидоса. Блин, я ласхиты, пиздец, вообще теряю. Просто как нубло. Ты можешь себе такое представить? Я ради серого пака потерял целый пак обычный. Правда, заявись? И, кстати, все равно перекачивать. Я в шоке, короче. Кто забрал? Что? Фикси убила лучка? Угу. А, или у них этот воевода ганнул? Нет. Что там было? Просто так убила? Да. Соло. Ну, знаешь, бывают ошибки. У людей, да? У всех. Ну, только не Фикси против Фамы, это бред. Ну, нет, Фикси очень ватная, чтоб ты знал. Очень ватная, она буквально там... Такой бред, я... Бред был, когда ты это... Когда ты... Вот как говорят люди, блядь, не матюкаться. Если тут бред. Бред был, когда ты... Этим, как его, блядь. Этим, как его. Блядь. Как зовут того толстяка, который хукает? Не уйдешь. Быстрее меня. Слышь, в доте. Ты кем там слился в доте? Ну. Вот, да, блин, все. Бред был, когда ты на меду короче, на. Короче, это слив. Нет, все нормально, я вкачаюсь. Сейчас все будет заебись. Не, я был несерьезен, когда у них был вылетевший, поэтому так херово все было. Сейчас будет все серьезно. Да? Да, СС, кстати. Быстрее меня, только мой кот! Ты не уйдешь! А, ебать, нахуй! Вот это дед! В упор подошел, блядь, чуть не убил. Полетели! Хорошо, что он стойкость. А то бы точно убил. Он ушел к тебе. Слышь, дед, к тебе пошел. Ну, ты не хочешь убегать по этому случаю? Хочу. Может, на него нападем? О, он со стримлом, блядь. Он по спидам идет к тебе. Да знаю, я вижу. Он под спидами на коте. Фикси идет. Ну, у нас жми есть, чтоб уходило. И этот еще ушел, Кент. Мне кажется, зря вы это затеяли. А нет, смотри-ка, убили одного. Но сейчас двое сдохнут. Двое сдохнут. Ну а зачем? Зачем вы это затеяли? Вы погнались за танком. Его, естественно, хер убьешь. Мы не гнали за ним. Ты мог бы идти. Хуй знает, что вы там делаете, я же не наблюдаю, а блядь, почему особо. Почему Кент у тебя, от тебя ушел? Я написал вам, что он ушел. Я не понимаю. Почему он ушел? Он захотел уйти и ушел. Ну, так, блядь, выйди нахуй. А я качался, что-то.
Ну, молодец, я рад за тебя. Откуда я знал, что вы полезете дохнуть нахуй? Айда на кота. Я да, зато он вкачался. Все, кота, пошли бить, я сука. Нет, нет, не зли меня. Никаких котов. Не зли меня. Заткнись. Ладно, я соло буду забирать кота, хули. Уже половину снял. Забрали кота. Сами. Без тебя. Я в шоке. Чё, ты там убил кого-то? Воевода, кстати, был у кота и пошел к вам на мид и на к вам, может быть. Я в шоке, как мы вампа не убили. Это пиздец. Вампа трудно убить на самом деле. У него уменьшенный урон в луже. И вообще там ее не видно его. Ты мне пишешь гандон, что я одно. Ладно. Понимаешь? Да, да, я понимаю. Ты кента бы лучше гангнул со мной, у меня ульта как раз. О, убили все-таки. Лес забирай, стоит. СС. Ушел кент, слышите? Он пишет мне, что я нулина. Да пусть что хочет, говно. Пишет. Говно тупорылое. Тебе какая разница, что он там пишет? А я сейчас мог. Мне за телезрители обидно. Что мат от тебя меньше, чем от него, да? Не, то, что я натюкаюсь из-за этого гандона. Ушел Кент, а нет, он тут. Есть ульта? Угу. Сейчас зайду на кента. Угу. О, тут заход. А у меня теперь маны нет на ульту. Прикинь, приколись. Ультой. Все. Ульты нет маны. Ульта есть, но нет маны. Это не тот ВДВ. Фу. Тот это ВДВ, тот. Блять, 100% это он. Просто там его вкачал тупой этот хрен внизу, который стоял. Он ему отдавался, и он потом перекачан нас убивал. А теперь ему просто не дали вкачаться, так как в прошлом бою. Вот и все. И теперь он обратно станет под полом. Есть ульта? Да. Если он сейчас выйдет только. Я специально, короче, буду экономить ману чисто на ульту сейчас. Ничего, идем. Ульты. Ха-ха-ха. Может, башню побьем? Тебе не интересно это? Ну ладно. Ладно, ладно, иди, иди. Нет. Иди, вору, иди. Дивы вот там покорми. Тьфу-тьфу-тьфу, блять, он там. Чувак, 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 не надо, ну не надо, ну. Ладно, я к тебе АФК. Бегу, я бегу к тебе. Как АФК? Да, АФК, я его автоатака убью. Ты чё за херня? Оба, тут этот, вампир. Ничего, не сдох, вампир. А, блять, это потому что я его надамажил, он не успел тебя засосать. Он тебя всосал бы сейчас по полной. Ну, отсосал бы он меня по полной. Я бы в ульту ушел. Ты спроси, правда ли... Правда? Нет, когда он начинает тебя сосать, ты не можешь уйти в ульту. Я бы в ульту ушел до того, как бы он бы начал сосать. Понимаешь? Нет, ни в такое не вкуриваешь. Если он успеет раньше, то ты ничего не сделаешь. Поехали. У меня 2 секунды до ульты. Одна. Жди, готов. Ждем, ждем. Ну все, готов. Сейчас выйдет, если. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А он ушел нахуй. Он просто ушел. Он на паке вот на вот этом. Нет, он тут. Ой, он ультует меня. Что за нахуй? Давай, гандона, давай, гандона, давай, подвыска прям.
Давай. Ну давай, иду под вышку. Че не станешь ты его, блять? Да все, ушел. Вот ему. Ну стань вот ты его, блять! Конец. Не допросишься. Ну аж скучно, да, как-то? Ну, им немножко не везет, так что... Кент кормовой попался просто. Да и вообще против Фикси трудно стоять. Вначале она отдалась, конечно, но теперь-то уже все. Кот, чувак. О, что там такое? Айда на кота. Блин, столько у меня регена маны, и все равно я не могу непрерывно стрелять. Что за хрень? Айда, кота. Айда, может, на этого, на коня? Вижу, да. Да его уже за 7 секунд. Мы этого коня уже заебали. Айда, кота уже заберем. Ну, ладно, если он сейчас выйдет, быстренько прям. Если прям сейчас он выйдет. Он не дурак, он не выйдет уже больше. Понятно, иди, конечно, начинай, я пока я сейчас как добью, как? Добью сейчас. О, вот он, кот, конь. Ультануть? Не дали взлететь. Ты понял, да? Я смотрю новую фишку, ну не новую, а просто фишку у меня. Ультую, короче, ведьмой, и сразу же каратель, и он удваивается. Правда охуенно? 1000 урона сразу сходу. Мощь, чувак, будешь брать? Да. А Фикси уже взяла, ну и хер с ним. Выводу, ты можешь ему отомстить, смотри. Я буду мстить, и мстя может жестоко. Просто в челюсть его. Давай, Антон. Не, мне кажется, вот сейчас-то зря. Видишь, она взлетит все равно. Подожди. Угу. У меня есть чем. Да куда ты, блядь? Псих ёбаный. Уйди нахуй. Подожди. Отсюда. Блядь, да мне мобы мешают. Уйти. Ай, ульта, 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 летит. И ничего. И ничего. Ничего. Я захожу на кента. Все. Ну, у меня ульта откатилась. Эту соску вообще, ну, погоди, я ультану сначала. Ну, ну ладно, иди прыгай. Амдор, иди сюда, сука, флоя. Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь. Ебать. Дак меня выхилил. Скоро у меня будет бессмертие. Ха-ха, моё. И я сделал победу все-таки. Угу. Уставшим, неотмытым этим. Блин, я даже не успел подойти его ударить. Да ну ты че, ты я его просто вообще ваншочу. Он десятый. Да. Ты че? Может, он специально возвращается на подпол, потом снова на полканов? Не знаю. Даже не представляю. Да по-любому ему просто повезло в том бою, что ведьмак его накормил. Вроде по описанию должен быть крутой игрок этот стальной клык. Блять, я в общий написал. Где обнова-то? Наверху? Да все, уже Фикси взяла.
Пойду-ка я на коня и изнасилую его раз пять. Можно? Может, раз шесть. Мы, короче, башню наверху сейчас будем нести, наверное. Ты прикинь, мой каратель просрался из-за того, что он моргнул в этот момент и исчез на секунду. Даже на одну сотую секунду. А так бы он сразу сдох. Воевода что-то попотал, смотри. Такой не спеша так прыгает, я хоп, ускорился, он такой пык. Я тебе еще раз говорю, ты, у тебя есть папка с записями реплеев, ну возьми да открой и увидишь, какой там был ник. Кто-то заколебал. Ульту. Ульту, ульту. Где вы там все? Тебя тараканят, ё-моё. Неужели? Я бессмертный, кстати, чтобы вы знали. Ну, мне пизда. Ой, мне пизда, вот чё. Плохо. А не, нормально выжил. Чудом каким-то. Но я считаю, короче, вампиры ульту съел в бессмертии. Еще-то еще там. Это очень. Подожди. Не, ничего, ничего. А что такое рот кривой? Пять ноль. Это нормально. Я же тебе говорил, если я сосредоточусь, все будет охуенно. Че там говоришь? Ничего, ничего. А? Нет, ничего, блять. Че, ничего, ничего. Я говорю, я же тебе говорил, что если сосредоточусь, то все будет заебись. А, ты ж конючил, что мы сейчас сольем. Да, ну много это бы. Неужели? А как они как нам ты это определил? Поддались. Нет, они просто нубы. Ну чё, ультануть кого-нибудь? ВДВ, ну ты чё ушел? Я хотел ультануть. Я мощь забираю. Ну иди, иди, мощь забери. Фикси съела вампирчика. Ебать, меня выносят чем-то. Это чем меня так вынесли? Это Кент, что ли? Ты больше Кента бы бил бы. Ладно, и так сойдет. Вот я лучку ультанул, бью лучку. Какого хера никто не помог? Конечно, лучку же надо было первой. Хотя, можно и кента, конечно, было. Неужели? Ну там тоже вообще-то откат бывает, чтоб ты знал. Блин, такой счет был 5-0, теперь 5-1, сука.
Бать, ВДВ это имба, ебать, я тебе говорю. Нет, ВДВ не имба. Имба, имба. Не. ВДВ зависит от гангов. Я имба. Ты видел, как я этого убил? Превосходство! Это мой фамильяр. Я ему за все отомстил, за все наши мучения в прошлом бою. Ааа, вот это я сдох. Ну ты имба, нубская. Посмотрим, как быстро башню с нашу вторую, смотри. Блять, не успел чуть-чуть. Один удар башни остался, ёпта. Ага. Погоня. Череда побед. Это мой фамильяр. Кто мне там нажал, чтобы я спрятался? Что за беспокойный мамаша? Ой, вот теперь у меня действительно проблемы. Блять, бессмертие сбили. Ну где вы хоть все там, блядь? А ты где был, когда нас убивали? Я башни снес две. Одну или сколько? Башню снес. Молодец, блядь. Ладно, похуй, я уже на расслабоне. Такая хуйня. Изи, изи. Сейчас как сольем, нахуй? Они они собираются драку, планируют. Им хочется. Они хотят, но они не смогут. Ну, не знаю. Смогут они или не смогут. Так, у меня сияние и птицы. О, так они все за мной идут? Не знаю, куда они идут. Мама, по стримлам. Плохо. Пять секунд, подождите меня. Все, я к вам. Быстрее меня, только мой кот! Ну чё, что-нибудь будем делать? Нагибать там кого-нибудь? Конечно. Мало не покажется. Вот там опасно. Буквально. Поймала. Моё. Ого! Блять, я от испугу куклу запустил, как хуй знает куда, блять. От неожиданности. Полетели! Чё, драка? Ла-ла-ли-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да хорошая, блять. И так у всех уши зависли, завернулись. Радости полные штаны и победил на полканах, ёпта. Охуеть, не встать, первый бой. Ну это второй уже. Да я всех побежу. Просто вы ради. Угу. Я вообще-то какой был остался. Эх, сейчас бы не... бутылочку мою. Мою дорогую бутылочку. Вы скоро? Так, ну чё, ультую ведьмака, а это вампира. Да не ори ты, блядь.
А, ладно, коня тогда ультану. И чё, я танчу, какого хера меня башни-то бьют? А эти башни мы не сможем бить. Блять, опять я карателя в труп пустил. Да что вы за издевательство такое? Кукла! В никуда. Ну все, ты счастлив. Тебе много дали талантов? Нихуя. Потому что не помыл. Мудясы. Родители, зрители, простите прощения за то, что я намекаюсь. Простите прощения, да. Жестокий бой. Да ладно, жестокий. Давай, нанесено урона по героям. 27 тысяч я нанес. 44 ты нихуя себе. Но это потому, что я удвоил твой урон, сволочь. Так, адака, 15, фикси, 20. Странно. Что-то фикси маловато. Ладно, давай, все, я спать, пока. Давай.